have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! И мы тут решили вернуться в гольф, что-то... Мини. Да, который мини, который гольф. Что-то давненько мы здесь не были. Надо не так сильно пнуть. Вот так, нормально. О, давай, 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 давай! Да! Да! С первого раза! Со второго. Это было прикольно. Это было прикольно. Начали мы каточку, как вы видите, не сначала, потому что подключают обычно к какой-то уже идущей игре, поэтому здесь выиграть вряд ли получится, но мы с ребятами вот доиграем сейчас этот раунд, потом начнем следующий. Я думаю, что все будет пучком. Да. Итак, кто-то с третьего раза умудрился, кто-то молодец. Я со второго. Вижу. О, у нас с тобой поровну очков сейчас будет. Круто. У меня больше. 134 больше, чем 134, логично. У меня 134.01. Версия игры 134.01. Так, блин, прям перед глазами. С первого раза. Ну, это на самом деле, вот эти карты несложные. Есть прям заковыристые-заковыристые, а тут несложные, тут просто просчитать нужно. Тоже со второго раза. Блин, ты понимаю... первее меня будешь. А? Ты первее меня будешь. Вот я тебя и обогнал. Эта схватка будет эпичной, она войдет в историю, да? Ну, давайте. Блин, там АФКшники, они просто задерживают. Кстати, да, насчет АФКшников это печалька. Интересно, а тут есть система скипа АФКшников или нет? Не знаю. Было бы неплохо. О, а вот тут чувак добить еще не может. А как ты туда попал вообще? Не, это не АФКшник, прикинь. Смотри, последняя секунда! Прикинь, если бы он катился бы в лунку, ему бы отменило из-за того, что последняя секунда. Это было бы эпично просто. О, ты с трех раз забил. Я с одного, ты чё? А ты посмотри. Я посмотрел, я вон тебя обогнал. Я понял. Моя твоя понимать. О, это уже не круто. Не, ну тут нельзя... Стой! 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 Стоять! Стоять! Блин, я, по-моему, неправильный угол подобрал. Это будет очень печально. Давай, 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 давай! Катись, катись, катись! Катись отсюда! Да, я неправильный угол подобрал. Из-за этого три попытки. Ну чтоб тебя... Это было бы так близко. Чуть-чуть меньше силы надо было бы приложить. Тогда я вышел бы на правильный угол и забил бы сюда со второго раза. Было бы хорошо, но... Ладно. Не судьба. Помнишь те баги, когда можно было зайти в другую лунку, и тебе давали x2 очки? Да-да-да, было такое. Когда ты наперед испытание прошел. С первого раза, кстати, ну, с первого раза тут было невозможно, он чувак забил с двух раз. Два чувака забили с двух раз, прикольно. Это возможно. С одного нет, там угол не позволяет с одного, а вот с двух вполне, да. Тут есть короткая дорожка и длинная дорожка. Ох, блин. Думаю, знаешь, что мне надо сделать. Стой, стой, да, 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 вот. Блин, так. Вот ты сейчас очень хорошо ударил, если ты. Блин! Нет, не получилось? Не получилось. Это печалька. А теперь получилось. Вижу, вижу тебя. Стой! Да, да, нет, 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 нет! Есть. Блин, сколько? 10, 20, 5. 5 ударов. 5 ударов, твою за ногу. Как я вообще так мог-то? Давай. Есть, есть, вижу. 10 ударов. 5 ударов. С 10!
У тебя же была короткая дорожка, как с 10-то? Ну так. Такое существует, такое можно сделать. Так, ладно. Я же говорю, это была не наша игра, мы подсоединились, так что поехали, давайте новую игру. Сейчас выберем карту. О, давай пещеру. Хотя не, луну. Я голосую за луну. Пусть будет луна, я не против. Мы там встретим марсианинов. Лунсианинов? Инопланетных это существ. Блин, а я не помню, какая здесь карта прям такая. Ну, луна, по-моему, ничего так. Почему только 3 человека голосовали? Не знаю, другим было лень голосовать. Блин. Да, с первого. А если... Да, с первого. Я хотел это сделать. Да, почти. У тебя теперь трамплин, теперь тебе нужно меньше скорости для того, чтобы и запрыгнуть, и доехать. О, да, понятно? Да, 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 да. Расскажи мне. Забил. На все. Просто забил на все. Ладно, с одного. Я угадаю эту мелодию с одной ноты. Мне должны были дать фикс 2 очки. Фикс 2 тебе. Фикс 2. Угу. О, я это знаю. А, понятно. Понятно, понял, понял. Угу. Ой, да это нельзя так. Это импосибру. А, ладно, не импосибру. Ну блин! Сколько я ударов-то на это потратил? Раз, два, три, что ли? Три, по-моему. Ну нафига я это делал? 4 удара, даже 5. По идее, тогда можно было с двух, если бы я так сильно не ударил. Да, 3 удара. Хорошо. Но это не так плохо, вон почему чуваки я по 2 удара сделали. Ну не хочу я опять быть последним каждый раз. Не будь! Если у тебя нет дома, просто купи себе дом. Мама, забери меня здесь бедную. Забери меня здесь бедную, да. Так. Не, ну это легко. Было бы. Я мог с первого раза. В смысле? А почему я забил с первого раза? Потому что с первого раза нужно в среднюю попасть. А, так это в среднюю надо было? Да-да-да. В дальнюю попасть как раз-то легко. С первого раза нужно было бы попадать в среднюю, а это тяжело. Все с двух, короче, все, раунд в никуда. А почему у меня все равно очков меньше, чем у вас? Ну что ты до этого проигрывал? То есть больше. Блин, ну ты нечестно как-то. Так, нужно раз. Сейчас, надо подумать, как это сделать правильно. С двух раз. Угу, блин. С двух раз. Ой, 30 очков. Все, я должен. С трех раз. Все, я должен вас обогнать всех. Вы там очень сильно проигрываете. Ладно, 3 раза. Блин, можно было с двух, согласен. Довольно-таки несложно, просто я накосячил. Это Джимар, да, бедный чувак, мучается. Прямо у него углы такие неудачные попадаются каждый раз. Он смог. Ну хоть так. Шести. Как вообще мне все равно место не попалось? Я должен был вообще ниже быть. Ква-ква-ква, погоди. Я должен был. В смысле? О, тут надо в дырочку. Надо. Я смогу. Удачи. Ну, попробую пока что. Опа! С первого раза? Да.
Мне просто нужно как-то... Мне нужно попасть на второе место, или желательно на первое. По-моему, вот это был мой шанс сейчас, потому что ребята вроде как... Надо посмотреть, что Goddess, богиня, как она забила. Когда... Блин... Да, Goddess вот только сейчас приехала. Сколько у нее? 3-4 удара было. Я, по-моему, сейчас попаду на первое место. Да, наконец-то! Наконец-то я хоть на каком-то высоком месте. Блин, у меня с Goddess одинаковые позиции. Первое, второе место. Ну, да-да-да, я на втором, но у меня с ней одинаковые позиции. Или с ним, не знаю. Просто написано Goddess. Типа, я на пятом месте. Поздравляю. Блин, это Джимар. Ты не последний, поздравляю. Это Джимар, офигеть, как сильно проигрывает. Но почему-то он все равно выше, чем я. Ну как так-то? О, папа, я знаю, что мне надо сделать. Мучитель. Или нет? Так, надо правильный угол подобрать. С трех раз. А, могло быть два! Черт! Да, три раза. Смотри, если бы я правильный угол подобрал бы, ты что, не забил? Сусимар очень сильно проигрывает. Ну, Сусимар. Ну, у вас 3 очка разницы, погоди. Вот, похоже, может быть, ты его сейчас даже обгонишь. Да, нет, стой, 3 очка разницы, надо посмотреть. У меня гораздо больше очков, чем у него. Ты посмотри на этого какуна. Какун. Так, с двух раз никто не забил, что уже да, хорошо. Да, я его обогнал. А-а-а, поздравляю. Я скоро смогу подняться на третье место. У вас с ним, кстати, одинаковые очки. Нет. У вас с ним одинаковые очки. Да, блин, вот это мне не нравится. Я что-то не хочу рисковать, знаешь. А-а-а. Раз, два, три. Блин. О, кажется, Джиджимар меня может обогнать. Я, в принципе, двух... мог бы это попробовать. С двух, Карл! Я вообще не ожидал. Я думал, тут хода 4 будет. Шести. Бай. Шести. Надеюсь, что этот Джиджимар меня не может. У кого какая... У кого про что болит, блин, про Джиджимара такой. Нет, Джиджимар, иди. Джей Джей Мар. Джей Джей Абрамс. Я не хочу, чтобы Джиджимар... Промастер 786, тоже хороший. Промастер. Но он же, мало того, что он про, он еще и мастер. Блин, Джиджимар меня обогнал. Есть! Я на первом месте! Та-та-та! Я хочу быть на первом месте. Подходи, подтягивайся. Сейчас, погоди, я тебя сейчас как догоню. Ты уже про мастера обогнал. Блин, ну это невозможно, вы чё? Невозможно. А куда именно надо зарядить? О, я понял. Ну, да. Ах, почти. Ну, 3 удара. Блин. Вот в ту последнюю надо было зарядить, видишь? Да. Ну, 3 удара тоже. Ты что, вылетел? Нет, ты видел этого маффина? Ага. Он так зарядил. О, опять. Блин. Ну, чувак не умеет играть, не стебись над ним. Он просто не умеет играть. Больно на это смотреть. Больно, да. Ну, что поделаешь. Ты посмотри, этот мавч. Мавч дабл ю, он еще вот так. Ну, маффин, маффин, да. Да, маффин. А прикинь, если он не смог бы. А, он смог. Нет, он там, чувак, у нас еще тупит. Лола. Чанки-чанки. Биг Чанкус. Да, я обогнал тебя. Блин, Goddess 2, нифига, не догоняй меня. Goddess за 2 удара забила. А-а-а. Так, надо. Надо отрываться, надо отрываться. Надо обогнать какуна. Надо какуна обогнать? Давай, давай. Он не просто какун, он как акун. Как акун. Это тебе не какун там какой-то, это как акун. Блин! Нет! Еще ж угол такой неудачный, ёж ты, моёж ты. Ну все, ну тут, короче, ГГшечка. Да, нет! О, тут мексиканец.
Блин, я этот раунд запорол просто, офигеть. Меня Джимар, кажется, сможет обогнать. Ой, нет, ну мне главное, я сейчас против Goddess боюсь. Блин! Главное, чтобы у нее было не так уж больше, это надо будет посмотреть сейчас. Годскоуп. Где Джиджимар? Надеюсь, он уже не на финише давно. Уже не на финише. Он как Акун подходит. Годскорпс? Я думаю, труп что... бога? Вот Джиджимар. Да, да, я смог. Он не забил. А мы с Годес по 4. Блин, у нас всего 2 очка отрыва, нельзя. Так, вы чё, это я же нервно. Я скоро буду на третьем месте. Я скоро смогу обогнать как Акуна. Как Акун. Это имя смешно произносить. Тут, короче, если ты не забьешь, то тебе хана просто. Ты потом из той ямы не вылетишь. Не, ну в принципе можно. Да, стой! Есть, да, есть, какое удачное место! Осталось очень аккуратно. Нет! Да! С 2! С 3! Вижу. И прикинь, ты сейчас такой улетаешь. Пум! Это было бы так не круто. Ладно, Джиджимар застрял, и он вряд ли забьет. А, блин, забил. Слушай, я, кажется, Акуна смог обогнать. Goddess застряла тоже, хорошо. Короче, вот эти ямочки сбоку, они да, просто фатальные. Да, я смог обогнать Джиджимура, это Джиджимара. Джиджимура. Скоро смогу обогнать Акуна. Давай, подтягивайся, я тебя жду. Твое законное второе место тебя ждет. Я хочу быть на втором месте. Ну хотя бы на первом. Ну хотя бы, ну пожалуйста, ну хоть дог. Все. Да, Goddess вообще не забила. И у нас не сразу 10 очков разницы. Вот это ее откинуло нафиг. Мы с Какакуном на разнице, понимаешь? На очень большой разнице. У нас 2 очка разницы было, ее на 8 очков откинуло. Вот это крутяк сейчас. О, это будет тяжело. Нет! Чтоб блин, тебя... но это невозможно сразу. Не-не-не, это норм, это норм. Ну, то есть, это не норм, конечно, но норм. Не на низко! Понятно, я тут тупо так не забью. Я почти смог. Ну, я с 3 раз, думаю, смогу. Да, нет! Да, нет! Блин, таймер пошел. 6 раз, блин, если... меня догонет как Акун, ну то есть он будет стой! До сих пор даже больше, чем меня. Догонет. Если догонет. Это что за глагол такой догонет? Да, догонет. Так, 1, 2, 3, сколько? 6. Где как Акун? Я вообще хочу, чтобы как Акун вышел. Блин. А, нет. Есть, у Goddess не засчитали, у меня 5. У Goddess не засчитали, она улетела еще дальше. Блин, я она просто в тартарары улетела. На втором. Вот это ты сейчас, да! Как просто... А это вообще законно, дорогой мой? Так, а где дырочка? Да можешь. Стой, в смысле нет тут... А, есть дырочка. Тут нет! Я думаю, то, что я смогу забить с 4 или с 3. Стой! Да! Стой! Стой! С 3 тогда, наверное. С 4. С 2, Карл! С 2! Там эта Goddess очень сильно отрывается прямо. Она очень далеко будет. Я, кажется, смогу занять. А, блин! Да ты и так второе место, куда тебе? Ты уже выиграл, все, ты и так уже второе место. Хочу, чтобы раунд закончился сейчас. Если... А прикинь, если я сейчас буду на последнем месте. Сколько у тебя ударов было? Ну... 4? Ну да, 4. Вот, смотри. 5! Вы с Goddess пополам! Все равно меня Goddess не догоняет, знаешь. Я тебя вообще не догоняю, Усейн Болт, кто ты? Я что-то не догоняю. Так. Но сейчас все зависит от того, как вы сыграете эту партию, потому что... Надо очень медленно.
Нет, тут лучше будет сделать вот так. Нет! До свидания. Ты это видел? Да, я это видел. Больно. Да, Гаудас, Гаудас, у нее гораздо больше будет. Она не сможет с первого два. Раза сделать. Просто два. Три. Крутяк, молодец. Хорошо, что там горочка Гаудас такая. Молодец, хорошо подобрал напряжение. Ну, это силу удара. Блин, а прикинь, если Гаудас меня... Будет уже. Гавдас. Блин, Гавдас, выйди. Выйди, как он, чтобы я был на втором месте до сих пор, меня не понесло. Выйди и зайди по-нормальному, да? Да. Давай, чувак, давай. Не, ай, блин, вот это сейчас было. Чанки-чанки. Гада за три закинула. Я до сих пор на втором месте. Вы до сих пор пополам идете, да. Блин, а это как-то... Страшно. Это напряженненько. Причем она была на первом месте, если еще. На. О, а, ну это легко будет. Это будет легко. Да, мы это проходили, я помню. Блин, я вылетел. Это мог быть один удар. Это мог... До свидания. Это мог быть один удар, а будет два. Ну ладно. Это будет три удара. Четыре. Четыре. Но Гаудас меня не догоняет. Да, она до сих пор там пытается пройти. Это Гаудас. Все, я ее не иди вижу. Нафиг. Тебе меня не победить меня. Да ну, чувак, забей ты уже. Ну, в смысле... Не забей на игру, а забей мячик. Блин, я обогнал Гавдас. Да, я вижу. Джиджи Мар, давай, чувак, забивай, мы в тебя тоже верим. Я не верю в Джиджи Мар. Почему? Пусть он будет на своем пятом месте, на здоровье. Никто с первого раза не забил, это же было реально. Ладно, я-то тупанул. Да. Кстати, Колман забил за два раза тоже. Надо осторожно с этим чуваком, он поднимается. Нет. Ну да. Это возможно. Слушай, там есть кое-какая штука. Можно бы так попробовать. Блин, я знал, что это ловушка. Я, блин, знал, что это ловушка. Ну да, всё. Это ловушка. Никто не сможет. Тут, оп, до свидания. Тут забить уже нереально. Ай. Все, серьезно, тут забить нереально. Блин, кто-то забил же. Я смогу забить. Один человек забил. Два будет. Сейчас, погоди, секунду. Вот подожди, я серьезно говорю, два будет. Нельзя было с того момента бить на полную силу. Два забила. Ну, я сейчас забью, но но я прям третьим буду. Ну вот прям сейчас. Почти. Не, все, пофиг. Не смотрю. 3 и 7. Джиджимар меня догоняет. Джиджимар. Нельзя было бить в полную силу с того места. Он не долетает. Нужно было сейчас? Сначала ударить чуть-чуть, а потом ударить в полную силу. Короче, да, ГГшечка. Чувак, наверное, называет другого. Там просто не сразу в чате. Да, нет! Ну, два. Блин, это было чуть-чуть. Я просто чуть-чуть угол перепутал. Мне что там в чате происходит? Обогнать. Все, что мне нужно, это тебя обогнать. God rest, Roblox, man, scared. Да ладно вам. Так, ну все с двух забили. Всех ты меня обгонишь, короче. У нас 20 очков разницы. Какой обогнать? Иди. Иди в лес. Тут два маффина. Они... Один маффин, другой мак-маффин. Блин, маффин... Маффин любовник и маффин Че, они. У них дуэль прям. Они хотят узнать, в каком маффине больше изюма. Он не маффин. Ладно, лавер 420. Нет! Блин! Знаешь, это было сейчас. Это возможно, но, блин,
Ладно, с трех. Можно было запросто с двух. Нет! Стой, а годность вышла вообще? Стой, годность вышла. Да, годность вышла. А, поняла, что проигрывает и вышла. Да, вот я на втором месте, я не проигрываю. Не, ну у тебя тоже где-то 20 очков разрыва от Джей Джей Мара. Я думаю, что вряд ли он тебя догонит, если ты не будешь сильно косячить. Джей Джей Мар меня никогда не догонит. Я хочу тебя догнать. Понимаешь? Если ты... Если ты сможешь забить в каком-то моменте, у тебя бум 10 очков снесется, и потом еще раз, и еще раз, и еще раз, и я буду на первом месте. Гениальный план, надежный, блин, как швейцарские часы. А, ну тут легко будет. Да, прикинь, если я еще с 11 ударов убью. Очень легко будет. Это рандом, с первого раза. С первого. Со второго. С ладно. Первого. Ладно, забирай. Я хочу. Сейчас я посмотрю, сколько осталось карточек до конца. Мы вроде как уже должны бы заканчивать. Интересно, чтобы ты сейчас отыграл одно очко, по сути, да. Наверное. У нас опять будет 20 разница. А, все, я выиграл. Блин. Это была последняя карточка. Этот турнир мой, я есть победен. А ты второе место, все нормально, Джи Джей Мар, третье, молодец, чувак. Все, ребятушки, вот такой сегодня был гольф, вот так сегодня поиграли, было весело, прикольно, надеюсь, вам понравилось. На этом у нас сегодня все, спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.